Я с большим удовольствием хочу поздравить всех жителей Чувашии с днем рождения замечательной республики. Республика действительно замечательная. Кстати, вот сейчас мы ехали по городу и лично раз говорили, какой прекрасный город, какой чистый, как прекрасно выглядит. И нужно сказать, что в этом смысле он может 100 очков дать многим российским городам. Так что спасибо вам за то, что вы создали такой город.